я прибыл в аэропорт и пойду найду своих тиммейтов для встречи. До свидания. Итак, короче, после долгих мучений мы наконец-то заселились в нашу квартиру, только эта квартира временная. Мы тут поживем 2 дня и потом переедем в другую, которая поближе к парку. Так, в общем, всем доброе утро. Мы уже собрали наши самокаты, вот. Почти собрали. Да. И у нас есть еще один эксклюзивный самокат для особенных трамплинов. Вот, дерется кут. Итак, мы собрались и сейчас поедем поедим. У нас тут один француз завелся, ну-ка скажи что-нибудь. C'est vrai les As, je mange une petite crêpe d'Inde aussi là. Ça fait bien plaisir, parce qu'on est vraiment bonheur de dingue. А как это переводится? Ваня лох, дебил полный. Да не, про блины говорю. Костя, спите, поехали покупать защиту, а мы направляемся в Плазу. Так, следующий скейт-парк, в котором мы двигаемся, это будет бэк-ярд. Так, в общем, мы добрались до бэк-ярда. Сейчас посмотрите коротко, что да как тут. В общем, коротко рассказывают. Дертак, едешь, прыгаешь вот сюда. Вот этот человек, вот этот вот. И вот туда потом. Он летал, вот эти вот дерты. Так, в общем, мы идем дальше на разведку. Посмотрим дерты. Разгонка халявная. Разгонка, памп. В общем, мы посмотрели все дерты и сейчас пойдем раскатаемся в бэк-ярд, а потом поедем в тренинг. На YouTube канал ваш подписан. Скажи что-нибудь на камеру. Привет. Скажи, Кикскутершоп классно. Кикскутершоп лучшая команда. Да, круто. Кикскутершоп лучшая команда. Кикскутершоп лучшая команда. Прикольно. Красавчики. Я не знаю. Да? Они стритеры какие. Куда ушел, я не понял. Не Аксы, петь. Тилты надо, тилты. На. Аксы не те, не тот уровень. Привет. Скидываемся на Суефа втроем. Или все скидываются, кому не достанется наклейка? Петь. Да я смотрю. Ну, давай. Ванёк, дай мне пожалуйста. Давайте я считаю. Раз, два, три. Так. Кто кого? Получается, вон всех бьет. Не, это каша была. Каша, давайте еще раз. Раз, два, три. Смотри, он всех бьет, ему достается, получается. Получается, ему достается, он камень. Все, красавчик. Он камень, а мы все ножницы. Все честно. Вон уже на дом прокатить. Так, мы сменили локацию. Вот наша локация. Суд туда. Промежу точнее, чисто скайп. Я, по-моему, голову обрываю. Лох, козел!
Ну что, сейчас, если не по кайфу будет, поедем на этот дом. В общем, половину парка реставрируют. А там, где резинка, там очень-очень много бэмеров. Так что не знаю, как мы будем кататься вообще. Итак, в общем, мы находимся на Затоне. Мы немного покатались в тренинге, но поняли, что при таком количестве народа кататься просто нереально. И погнали на Затон. А пока ехали, увидели грозовые тучи, там молнии сверкают и ДТП. Спасибо. Че, поем в общем, рассказываю, мы только что доехали от парка до дома, прямо до памятника до нашего, за 106 рублей. 106 рублей.